Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас покупочки в Wildberries, Озон, Детский мир, Рандеву. Итак, поехали. Покупочки в Wildberries заказали планшет для рисования девчонкам, которые на Новый год им дарили, потому что они его куда-то потеряли. И пока заказ шел, как раз нашли старый. Ну ладно, цена вопроса 150 рублей. Вообще как бы ерунда. Сейчас откроем, посмотрим. Вот такой еще бумажки. Молодцы. Розовенький. Слушайте, там цвет нельзя было выбрать. На коробке вообще синий. Розовенький. Прикольно. Передерутся. Ой, это для чего, интересно? Сейчас изучу. Что там батарейки. Я не пойму, правда, для чего они. У нас в том планшете не было. Они здесь просто прикручены. И зачем они нужны, я понять не могу. Сейчас будем смотреть, изучать. Так, замочек открываем. Для чего батарейки, не пойму вообще. Вот так все стирается. Вот так рисуем. От старого планшета мы потеряли. А по цвету... Не, он поярче, кстати. Он, мне кажется, поярче, потому что на том планшете тут в середине немножко радужный был, а так, по сути, везде практически зеленый. А так поярче. Прикольная штука. У меня Крис очень любит. Ксюшка играет с удовольствием. Что вот это вот такое? Зачем тут нужны батарейки, я не могу понять. Да, батарейка нужна для стирания. Почему-то на том планшете у нас я такого не замечала. И здесь есть, кстати, блокировка от стирания. Допустим, напоминалку какую-то написали, кнопочку переключили. И то, что вы написали, уже никто не сотрет. Все. Видите? Потом кнопочку переключили. Ну, прикольно, хороший планшет. Надо посмотреть старый, может, у нас там тоже батарейка есть. Я не замечала. Он просто полностью черный. Может, незаметно. Да, классная вещь. За 150 рублей вообще отлично. Ксюшка его весь раскрасила. Он вот такой вот полосами получается. Тот у нас другой. Он как-то побледней. То есть вот она его полностью раскрасила. Да, и тут получается 4 вот таких цвета. 4 полоски. Оп. Стирать нет? Нет. Держи. Вот такой классный аромабокс от Рандеву, 52-й, это пудра. Вот захотелось мне на весну прям пудры, неимоверно. Знаете, ни капельки не пожалела. Такие интересные ароматы. Здесь ни в одном из этих ароматов нет какой-то удушающей пудры. А, плюсы. 1,5 мл, 8 штук. Можно пшикаться, запшикаться, распробовать аромат, выделить любимчика. Очень люблю эти аромабоксы от Рандеву. Просто сказка. Периодически на какие-то бывает скидка. Вообще можно взять очень-очень бюджетно. К тому же это оригиналы. Ссылку с промокодом на скидочку 10%. Это хорошая скидка. Как всегда, вам оставлю под видео. Проходите, смотрите. И вот такая здесь интересная коллекция. Я все ароматы уже поносила, потестировала и выделила для себя любимчиков. Вообще все понравились, вот честно. Я раньше как-то к пудре относилась так, ну, знаете, посредственно. Не очень любила. Ну, вот из этих ароматов понравились все. Для себя выделила троечку. Это Атар. Это могу коверкать название девчонки, потому что они мне не знакомы. Доктор, наверное, Гритти очень понравился. Здесь помимо пудры, она настолько легкая. Здесь еще цветочки, мне кажется, прям жасмин. И безумно понравился вот этот аромат красненький. Джелите Хезеган, как-то так. Так, где он у нас? Он у нас пятый с вами. Вот он вообще классный, девчонки, очень классный. Вот прям им хочется обливаться. Никакой тяжести, но он настолько интересный, многогранный и шлейфовый. Вот прям вот этот вот на первом месте запал в душу. Монталь, ну, к Монталь я так отношусь не очень. Они ароматы, конечно, тоже интересные, но у меня такого восторга вот не вызвали. А так подборка вообще шикарная. И вот сейчас на весну вот эта вот пудра, она здесь, повторюсь, опять же, во всех ароматах очень легкая, неудушающая, ничего тяжелого нет. Они настолько легкие, цветочные, вкусные. Я прям тестирую пробника каждый день по-новому, да, или через день. И Ксюшка, мама, как от тебя вкусно сегодня пахнет. Ой, а сегодня еще вкусней. Ну, в общем, классная подборочка. Мне очень нравится. Вот сейчас на весну прям буду этим аромабоксом пользоваться на постоянной основе. Здорово. Если какие-то из этих ароматов пробовали, тоже напишите обязательно, какой вам больше всего нравится. Покупочки «Детский мир» и не только в соседнем магазине. Там что-то типа фикса, знаете, такой скидочный. Купил 2 вот таких горшка себе под помидоры. Они были с поддонами по 99 рублей. Вообще адекватная цена. Здесь сколько литров? Ну, прилично, мне кажется, для одного помидора хватит.
3 литра, нормально вообще. Надо было оставшиеся забирать. 3 литра, 99 рублей с поддоном. Только дырочек, по-моему, нету. Да, надо будет проделать. Так, и детский мир. Сейчас покажу. Мы, собственно говоря, ездили за молоком, но накупили всего. Это Нутрилон. Крестюшка до сих пор кушает. Выгоднее всего на сайте оформлять покупку, а приезжать и забирать, потому что есть промокоды. Дальше взяли вот такие вот сапоги девчонкам бегать возле дома, потому что грязь неимоверная. И мыться, я думаю, они будут легко. Они без подклада какого-либо, но сейчас тепло, на носок, на колготке будет нормально. Причем различная совершенно цена, различные оттенки. Вот я нашла салатовые, вот такие самые дешевые, возле дома бегать, потому что она всегда лезет в грязь, девчонки. Вот мне кажется, это очень удобно. 499 рублей для мальчиков. Да пофиг. Они все одинаковые, разных цветов. Розовый, по-моему, 699, желтый вообще 999. В общем, разная цена. Ксюха посмотрела, сказала, хочет себе такие, знаете, типа Эва материал. Зато мыть легко, удобно, никуда тут грязь особенно западать, залипать не будет. И носиться возле дома, они очень легкие, вообще красота. А Ксюха посмотрела и сказала, хочу себе такие же, и взяла себе вот такие желтые. Они уже, по-моему, по 699. Причем одни желтые какие-то, одни размеры 699, другие 999. Очень странная ценовая политика. Простой уход, согласна. И они очень легенькие. Эко-материал. Эва, наверное, мне кажется. Очень похож. Никак не достанется ценник. Это и не ценник даже. В общем, он куда-то задевался. Но я помню, что они 699. За 999 я такой бы не взяла, если честно. А за такую сумму не жалко. Вот возле дома будут в грязи гонять, потому что грязи еще будет долго, я чувствую, до конца марта и весь апрель. Она себе там тетрадок каких-то набрала, к новой четверти из канцелярии взяли. Там есть, в принципе, адекватные цены. Пластилин, карандашик, линейка вот такая, что-то совсем копейки стоила. Ну, удобная достаточно. Циркуль, у них просили уже на математику в 3-м классе, но потом что-то благополучно забыли. Мы решили взять, пусть будет, краски. Все позаканчивалось, все начато, пузыри. Они развлекались в магазине уже. Салфетки взяла, все позаканчивались. Я так заказала себе на Валберес или на Озон, уже забыла. И футболка еще очень красивая, девчонки. В детском мире бывают привлекательные цены. По 199 рублей. Вот такая. Размер наряд большой. Взяла 110-ку, потому что еще к моменту, когда будем носить, футболки подрастет. Я люблю все равно, когда свободно. Такая яркая розовая с кислотной зеленой клубничкой. Ничего, такая неплохая футболочка, рукавчик. Так, что еще? Творожки. Здесь целую кучу. Нормальная цена тоже на Агушу. Срок нормальный. Паильник взяли, крески новый. Сейчас покажу тоже. Она уже его весь изгрызла в магазине, весь измочила из обычной бутылки. Короче, ей не терпелось. По 200 с чем-то рублей вот такие. Такая штука для рук разных цветов. Сейчас надо это все снять. И крышечка открывается, а там... Опа, сейчас открывается, а там трубочка. Трубочка до самого конца, до низа. Она такие вещи любит. Сейчас на улице весной много времени проводить будем. Поэтому вот такие вот паильнички. Пусть будет. Разных цветов с разными животными. Так, и что еще? Игрушку. Игрушку для купания вот взяли. Вот такая игруха. Не знаю, что из себя представлять, но посмотрела. Вот это была единственная целая. Baby Go. А остальные все поломанные. Вот тут прям запчасти отломанные валялись. Сейчас открою. Отдельные чашечки. Да, вот в этой чашечке дырочки. И вот такая крутилочка. Рыбка тут, типа. Это тоже рыбка. Можно и в песке с таким потом будет играть. Это черепашка. Ну, в общем, это, по сути, баночки такие с глазками. Это тюлень, морской котик, акула и рыбка синяя. Ну, ничего, такой набор тоже, ну, что-то там совсем недорого был. Поэтому взяли купаться. Она такое дело очень любит. И здесь еще вот крутилка. А у некоторых рыбок было все обломано, и вот эта крутилка сломана прямо в упаковке, но не видно вот на самом деле. Я всегда сейчас тщательно выбираю. Вот единственная целая была. Покупочки Озон. У нас здесь с вами, девчонки, интересный кондиционер для белья. Буду пробовать, расскажу. Девочки посоветовали, сказали, что белье сильно благоухает. У нас здесь с вами шампунь Матрикс и дренаж, наверное. Наверное, дренаж. Сейчас распакую, посмотрю, что-то так запаковано прям. Шампунь Матрикс для объема взяла. Прям очень хороший отзыв. Он, конечно, не бюджетный, 500 рублей. Но мне было очень интересно потестить. Нашла вот самую дешевую цену на Озон за 500 с чем-то рублей для объема волос. Густой. Смотрите, как медленно переливается. Очень густой. Объем здесь 300 миллилитров. Кто пробовал что-то из Матрикс, обязательно напишите. Я впервые.
Мне прям очень захотелось. Сейчас уже шапки снимаем. Хочется, чтобы волосы выглядели хорошо. Я не люблю прилизанный эффект, не люблю утяжеление. Вот это для объема очень хвалят. Ой, приятная душка. Не очень пока чувствую, потому что еще болею, но приятная. Так, а вот такой кондиционер для белья. Концентрат написано. Сейчас посмотрим с вами, распакуем. Это циолит. Циолит природный, почвоулучшитель. Оля в Телеграме писала. Она так помидорчики, все цветочки присыпает. Я решила взять. По-моему, здесь у нас с вами литр. Да, литр циолита. Он вот такой достаточно мелкий. А дренаж, да, у меня еще идет, не пришел. Это я для помидоров черри, которые буду на балконе растить. Вот самый бюджетный такой, по отзывам хороший. Взяла, вот этот попробуем. Вот так вот он выглядит. Меленький. Когда цветочки сверху, рассаду, ну, который растешь дом, присыпаешь сверху именно, да, выглядит очень красиво, аккуратненько. Вот он, кондиционер, это бренд, я, девчонки, забыла, я никогда его не брала. Он на Озон тоже гораздо дешевле, чем на Вайлдберриз. Не гораздо, но дешевле. Веста, по-моему, да, Веста бренд, если я не ошибаюсь. Кто брал, пишите, как вам тоже. Вот информацию, кому интересно, состав. Способ применения, смотрите, 10-20 миллилитров в машинку, разведенного с водой. Я взяла именно вот такой пион по жидкости. Ну, он достаточно долго, видите, перекатывается, видно пузырек воздуха. Погуще, чем Фаберлик. Погуще. Фаберлик что-то сейчас совсем жидкий стали. Давайте понюхаем. Так. О, крышечка. Такой вот, ну, средней, в принципе, густоты. Достаточно густой, хочу сказать. А, пахнет цветами. Да, есть пион, есть цветы, и они такие с ноткой свежести. Вкусно. Вкусно, достаточно ярко. Интересно, вот как на белье будет. Я люблю, чтобы на белье запах оставался долго. Вот девчонки в Телеграм тоже писали, что от этого остается долго. Прям на всю квартиру благоухает. Я такое люблю. Попробую, обязательно расскажу. Одна помидорная покупочка Озон у меня. Это вот такой грунт Гера. Почва грунт. 10 килограмм или литров. Литров, литрах они пишут. Почитала отзывы хорошие. Именно вот на этот грунт. И цена тоже была адекватная на Озон. Поэтому взяла. Когда сейчас появится, еще по паре листочков на помидорах будем пересаживать. Будем пересаживать. И как раз пригодится. Надеюсь, что мне 10 литров хватит. Но хотя, скорее всего, надо сразу еще, пока не вырос, один пакет. Один пакет тоже заказывает для выращивания всех видов комнатных, садово-огородных растений. Вот такой. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочки все оставляю под видео. Проходите, смотрите. Промокод на рандеву тоже там в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.